Всем привет, с вами Монти. Сегодня будет такое необычное видео по Майнкрафту, потому что сегодня мы будем проходить карту. Вот, это вообще впервые в жизни, что у меня вообще... Опа! Где-то вы появились. Так, режим Adventure. Новое задание. Войдите в портал Незера снова. Слушай, мне нравится. Чувак сделал красиво. Так. Вау. Слушайте, прям круто. Там хоглины, зоглины, пеглины, страйдеры. Короче, всякие тут ходят. Давайте тут все осмотрим. О! Какая-то тут, возможно, пасхалка есть. Нет никакой пасхалки. Опа, а сюда наверх можно забраться. Эй, привет! Сейчас давайте подойдем к ним. Можно? Блин, они наверху там. Ну и ладно. Там хоглин. Так, тут же ничего не будет. Ай! Я разбился. Но у меня хпшки-то регенятся. Будут? Да, будут. Ну что ж, давайте... О! Гея! Оу. Где это? Сундуки. Так. Это можно забрать? Нельзя сломать. Так, видимо, это мой дом. Что у меня тут есть? У меня тут есть кабинет, у меня тут есть спальня, у меня тут есть зачаровальня. Так, да хорошо. Сейчас найдем. Сейчас только проверим здесь все аккуратненько. Так, давайте выйдем на улицу. Не знаю. О, житель в пижаме, что? Wow, this looks like another portal. How did this get here? Please, go alert the mayor. We must figure out what's going on. Офигеть, слушайте, как это круто. Я думаю, что я буду вот вставлять все в перевод. Так, какие-то бочки. Так, посетить. Опа, алмазик. Возьмем. Посетите майора. Ну. Не майора, а этого мэра. Это я возьму. Смотрим, что у нас тут есть. Просто все на всякий случай смотрю. Вдруг какая-нибудь пасхалочка может быть. Может быть, что-то еще в этом роде есть. Куча всяких компостеров. Давайте пробежимся чуток. Вау, там корабль какой-то. В этих... Опа. Возьмем. Это мы возьмем. Больше тут. О, еще один алмазик. Слушайте, так мы и весь стак соберем. А тут пусто. О, тут еще какая-то бочка есть. Тут еще один алмазик. Ну все, теперь можно и кирочку себе создать. Так, тут у нас куча пшеницы. Возьмем. Что тут? Еще один алмазик. Не знаю, я просто тут все смотрю, все собираю. Вдруг будет какая-нибудь пасхалочка, может быть. Может быть, эти предметы для чего-то нам пригодятся. Может быть, скрафтить что-то надо будет. Собираем пока эти папоротники. И вау. Классный дом, я бы хотела там жить. Давайте еще вот тут вот просмотрим. Все. Внимательно. Вдруг будет какой-нибудь сундучок с какими-то вещами полезными, которые, может быть, нам понадобятся дальше. Тут нам ничего нельзя сделать. Ну ладно, давайте посмотрим, что это за домишка такая. О, там багровые уже листья видно. Бежим по дорожке. Блин, офигеть, сколько вот времени... Здравствуйте. Сколько времени вот
надо было, сколько времени надо потратить, чтобы вот это вот, чтобы отгрохать вот это все. Ну круто же, круто. You're here. We're worried that something has happened to the mayor. Go see if you can find him upstairs. Угу. Посмотреть, что здесь. Вау. Что это такое? Как-то мне это не очень нравится. Так. О, а можно сундучок посмотреть? Пятый алмазик. Ребят, пятый алмазик. Друзья, пятый алмазик. Здесь модернизировать. Тут пока что ничего нельзя. Ага, давайте посмотрим. О, ладно. Опа. А как они это сделали? Откуда эти партиклы? Я тоже так хочу. Откройте сундук. Так, у нас здесь штанишки, кучу обсидиана, огнева и мечик. Хорошо. Вернитесь к порталу. Ну ладно, давайте экипируемся. Экипируемся. А, так нельзя сделать. Так, ну что ж, экипировка у нас хоть какая-то есть. Угу, то есть нам надо... Офигеть, это мельница. Да я понял уже, что надо к порталу вернуться. Давайте бежим опять же по дорожке. The mayor must have gone through the portal. Place down the obsidian blocks and light it. We must find him. Мы найдем его. Короче, мэр куда-то пропал. И... Ой. И подожги. Да ё-моё. Подождите. It looks like it's working again. But there's only one way to find out. Эй, а где моя зажигалка? Алло. Ладно, давайте перемещаемся. А, где я? Где я? Дайте выйти. Офигеть! Ну и поражаюсь просто, как это можно отгрохать. Подойдите к мосту. К какому мосту? Тому, что ли? Какие-то верстаки тут. Бочки. Опять экипировочка. Продолжительность полета 1. Незер Бейс Кэмп. Это, видимо, какая-то новая локация, что ли. Блин, выглядит как... Еще ракеты. Выглядит как... Как какая-то отдельная уже игра. Слушайте, это действительно круто. Кирка! То есть нам тут и крафтить ничего не пришлось. Красный, а это желтый. То есть нам тут даже крафтить ничего не пришлось. Офигеть. Офигеть, тут вещички. Так, у нас здесь страйдер ходит. Все осматриваем. Все посматриваем. Блин, мне ничего, это все надо осмотреть, что ли? Ну, я не хочу это все осматривать. Ну, а вдруг пасхалка какая-то будет, а я ее пропущу. Вот поэтому я тут все собираю, открываю. Вот не знаю, нужно ли это все собирать, или это просто для декора. Ну, мне чисто интересно. Я очень любопытный, поэтому хочется мне посмотреть на все. Опять же тут сундучок. Господи. And the bridge has been destroyed by some strange flying creature. We've started reconstruction, Demogast. But it's going to take a while to fix. Wait a minute. Is that him up there now? You'll never save your precious mare. That's right. I'm using his body to store my soul. So you can't have him back now. Besides... I've grown quite fond of this hat. Портал сломали. Юху, friend, over here. Офигеть, господи. Я чуть, наверное, с ума не сошел. Блин, что себе здесь? Так, поговорите с ученым.
адским. Здесь часы и компас возьмем, ботиночки. Ай, меня подожгли. Меня не подожгли, я просто на костре обжегся. Посмотрим, что у нас здесь. Давайте поменяем. Меняем. Это тоже поменяем. Возьмем кирку сюда. Стрелы. Это так. Ну, короче, все потом будем раскладывать. О, страйдеры. Смотрим, что тут у нас. А тут ничего нельзя сделать. О. Что-то тут. А, сюда нельзя сделать. А, сюда нельзя пройти. Ну ладно. Короче, какая-то неведомая сила разрушила портал. Я так понял, что это вот был вот этот злой майор. Ой, тьфу ты, майор. Мэр. Блин, все ж какие классные партиклы. Вот. Я подумал, что это тот мэр сделал. There's only one way we can help the mayor. We need to defeat the evil that controls him. First we need to prepare and learn the way of the nether. There's no time to lose. We need to venture further in. Let's go. Следуйте за исследователем. Ой, ученым. Эй, подожди, подожди, я так быстро не умею бегать. О, Salt Sand Valley. This terrifying biome is Soul Sand Valley. Don't let the horror stop you, though. There's an unusual amount of ancient debris here. We will need ancient debris to start crafting the strongest armor in all of Minecraft. Take this pickaxe and collect 8 pieces of ancient debris. Return to me once you're done. А зачем я тогда вот эту железную взял? Ну ладно. Ладно, пусть будет алмазная. Во. Базальт взяли еще один. Блин, по песку душ неудобно ходить. Да я понял уже, что надо собрать 8 дней древних дебрис с осколков. Иглины, кубики лавовые. Вот еще тройку вижу. Ancient дебрис. Короче, добываем мы эти осколки. Вот. Ну, слушайте, тут реально какие-то квесты есть, какие-то задания. 4 уже есть. Ай. Помогите. Помогите. Я поджёгся. Меня подожгли. Ну ладно, ничего. У меня на всякий случай есть зелька. Тихо, а то сейчас мог еще сгореть мой этот осколочек. Так, еще 3 нам осталось, и, кажись. Так, вот еще 2. А, и вот еще 3. Отлично. А, кстати, железной киркой можно вот это все добыть? Вот это все дело. Так, песок душит. Бесящий меня. Он бесил еще. Извините. Он меня бесил еще с начала моего. С начала моей первой игры в Майнкрафте. Ой, это тоже можно добывать. Вот, то есть, когда я только с ним познакомился, с этим. О, сундучок там какой-то есть. Сейчас мы его тоже посмотрим. А давайте, кстати, сейчас прямо и сделаем. Вот. То есть. Песок душ, он меня бесил еще с самого начала игры. Ну, как я только с ним познакомился. С этим песком душ. Ну, можно сделать много всяких декоративных вещей. Отлично.
О, зачарованная кирка на починку. Так, посмотрим еще что-нибудь. Вдруг опять сундучок какой-нибудь мы пропустили. Вот. Мне просто интересно, мне просто интересно. Вдруг тут что-нибудь такое интересное есть. А мы это все пропускаем. Мне интересно. Так, ну тут вроде бы уже ничего такого нету. Здравствуй. Good job. Еще раз. That should be enough. Now, let's get going. Так. Побежали. Тихо, ты сейчас на огонь. Не на огонь не наступишь. О, домик какой-то. Так, кубики не мешайте нам следовать. О, домик. Мы прям сюда направляемся. Oh no! This looks like the remains of a ghast attack. Thankfully, it seems whoever lived here got out just in time. Quick, smelt the ancient debris to create netherite scraps. And let's keep moving. We don't know if that ghast is still around. Hurry! То есть, типа, нам нужно быстрее... Нужно нам быстрее сделать 8 осколков, а как? Как мне их сделать? Вот так, что ли? Ай, блин, я не знаю. Что-то там Харри, ускоряйся, типа. А, наверное, может быть, наточили? А, это почините и снять чары. А, это в печке, наверное, что ли? Блин, в этом адском обновлении я вообще не... я вообще не шарю. Давай быстрее, 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 быстрее. Быстрее, быстрее. У меня еще один базальт есть. Так, один эзеритовый скраб есть. Эй, куда он пропал? Нет, он пропал. Он пропал. Да куда он пропадает? Я не знаю, так это должно быть. А, вот, незеритовый скраб. Незеритовый скраб. Вот. 3 осколка у нас теперь. Теперь 4. Ой, не пропал. Так, что-то он как-то долговато. Давай еще. Еще немножечко. Так, ну это, ты побыстрее это все делай, как бы, а то что-то там вот этот вот ученый говорил, что типа hurry, вот типа ускоряйся. Вот, и последний, давай, последний обломок. Плавься, плавься, плавься. Отлично. Let's go. It's not a good idea to stay in one place for too long in the Nether. Так, следуем за ученым. Базальт дельта. Базальтовые дельты. Да, да, понял, я понял. Да, да, понял, я понял. Прикольно, кстати, сказал. Эй, я так не умею быстро выходить. О, золото теперь добывать. Это что же добыть? Майк Тусефити. Что это такое? Подождите. Translate, please. Translate. А, что это такое? Сафити.
делайте безопасности, что? Что это такое? Что мне надо делать? Убегать, что ли, отсюда? Гаст? Какой-то ты стрёмный. Ага. Крепость. Видно. Что надо сделать? Что надо сделать, я не понимаю. Туда дальше нельзя пройти. Блин. Я умер. Что? Генерация ландшафта. Готово. Make it to safety. Что make it? Что make it? Notes. Make it to safety. Сделать это в безопасности. Что сделать в безопасности? Что, я тупой, я ничего не понимаю. Ну, сундук какой-то надо найти. Опять. Что я не сделал? О, могу по лаве ходить спокойно. Ну, локейшн, конечно, красивая. Конечно, красивая. Опять эти гасты. Блин. Куда надо бежать? Make it to safety. А-ха-ха-ха-ха-ха. Все, все. Нет, не все. Может, мне надо этих гастов как-то пристрелить трезубцом? А я их не могу пристрелить. Сделать это в безопасности. Что сделать? Полированный базальт. Помоги. Помогите. Make it to safety. Так, ну вот, мы сюда следуем. Куда-то нам надо идти. Блин. Да уж, паркурщик из меня еще тот. Опа. Следуем за стрелочкой. Ага. Все, наконец-то. Ты выжил? I'm not sure why you didn't take the secret passage instead. Anywho, let's press on. Следуйте за ученым опять. Ну слушайте, блин, как же мне нравится эта карта. Какая же она крутая. Ага, багровый лес. Новая локация. Do you see that beast? That's a hoglin. They're dangerous, so keep your distance. According to my research,
warped fungus terrifies them. Let's keep close to that warped fungus path and keep moving. Что-то у меня уже счет со мной уже не то. Those cursed piglins. They've stolen some warped fungi from the path. Friend, could you get the warped fungi back? I believe that cave is our best bet at recovering them. I'll keep watch. Keep watch. Find. Найдите искаженный гриб. Ай, уйдите от меня. Я сейчас зельку выпью, ясно вам? Find. Найдите искаженный гриб. Да я ж нашел его уже. То есть, типа, просто его так найти нельзя было. Сражайтесь с пиглинами. Ага, это вот с этими идиотами. Phew! You made quick work of those piglins. Now, mace the warped fungi along the path, and we'll press on. Создайте. Ага. Сюда их рассадить надо. Опа. 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 Ну что вы теперь, ну что вы теперь делаете? That ought to keep the hoglins away. Let's go! Let's go, погнали. Возьму мечик опять же в руки. В свои руки. Криворуки. Крюкоруки. Looks like this place is deserted. We should make use of that crafting bench while we're here. Combine the gold ingots you got from the piglins with the netherite scraps we smelted earlier. Then we will have ourselves some pure netherite ingots. Куча золота. Светопыль. Ну, давайте возьмем. Кучу серебра. Тоже подберем. Ага. Сделайте два самородка. Вот я их сделал. Fine work indeed. All that stands between us and base camp is the peaceful warped forest.